1961 год был полон ярких, противоречивых, но, безусловно, судьбоносных событий. В Советском Союзе произошла масштабная денежная реформа. В Америке принес присягу Джон Кеннеди, один из самых молодых президентов страны. В Германии начали возводить Берлинскую стену, на Кубе совершили революционный переворот. А в Советском Союзе Никита Сергеевич Хрущев показал таки обещанную Кузькину мать, проведя в Арктике испытание водородной царь-бомбы. Юрий Гагарин первым ворвался в космическое пространство и легендарным «Поехали!» разделил нашу жизнь на «до» и «после». По стране начали свое триумфальное шествие веселые и находчивые, а в провинциальном Ставрополе на Волге с конвейера Куйбышевского завода синтетического каучука сошел первый каучуковый брикет. Это событие могло бы остаться и незамеченным. В конце концов, промышленность тогда активно развивалась, и заводов строили много, если бы не один факт. Здесь создавали крупнотоннажное производство изопренового каучука из нефтяного сырья. И поскольку автомобильная тематика мне особенно близка, я решил разобраться, что же общего у автомобильной покрышки, жевательной резинки и хоккейной шайбы, а также каким образом из воздуха, ну а точнее из газа, получается столько полезных вещей. Меня зовут Николай Свистун, мне это интересно, вам, надеюсь, тоже. Приступим. Предприятие «Тольятти Каучук», на территории которого мы с вами сейчас находимся, производит три вида синтетического каучука. Все это сырье для производства автомобильных шин и резинотехнических изделий. Продукция предприятия стабильно входит в сотню лучших товаров России. Среди потребителей – мировые шинные бренды – Continental, Pirelli, Bridgestone, Yokohama, Nokian Tyres, Goodyear. А с 2019 года, момента, когда Тольятти Каучук вошел в группу «Татнефть», основным потребителем тольяттинского каучука стал шинный бизнес компании «Кама Тайрс». Каждая седьмая тонна синтетического каучука в стране производится в Тольятти. Разгадать тайну натурального каучука из сока гевии, чтобы потом воспроизвести его химическим путем, ученые со всего мира пытались в течение 100 лет. В 1925 году Советский Союз даже объявил конкурс с солидной денежной премией. Изготовить синтетический каучук нужно было строго из советского сырья, а стоить он должен был не дороже натурального. 1928 год. Сергей Лебедев доставил в Москву 2 килограмма синтетического каучука, изготовленного из спирта, который, в свою очередь, получали из картофеля. И поначалу на изготовление одной автомобильной шины уходило до 500 килограммов клубней. Спустя 4 года производство синтетического каучука впервые в мире запущено в промышленном объеме – 10 тысяч тонн в год. После войны получать каучук из пищевого сырья стало непозволительной роскошью, и во всех лабораториях мира закипела работа по поиску альтернативных его источников. И тут советские химики опять оказались впереди планеты всей. Именно они придумали, как получить основу для синтетического каучука из нефтяного попутного газа. То есть то, что раньше просто сжигалось в местах нефтедобычи, научились использовать, в том числе и здесь, на Куйбышевском заводе синтетического каучука. Параллельно с разработкой идеальной формулы синтетического каучука, в Советском Союзе в 30-х годах велись эксперименты с получением каучука из одуванчика вида коксагыс. 500 килограммов каучука за год удавалось собирать с одуванчикового поля размером в 1 гектар. Будущее за производством каучука из нефти решили в Советском Союзе и развернули стройку вблизи города Ставрополя. Жигулевская гидроэлектростанция и завод по производству синтетического каучука могли появиться одновременно. Даже постановление о строительстве обоих объектов подписали в один и тот же год. Но, разумеется, ГЭС была в приоритете. Здесь все измерялось 7 и 8 значными цифрами. И объем извлеченного грунта и залитого бетона, и масса смонтированных конструкций, установленных машин и механизмов, и количество людей, задействованных в строительстве. Основная работа на стройплощадке вблизи села Васильевка закипела в конце 50-х. Как было заведено в те времена, по всей стране кинули клич, и на ударную коммунистическую стройку съехались работники со всего Союза. Вначале они осваивали строительное мастерство, а потом учились работать на химическом производстве. Стройка действительно была грандиозной. В основании будущего завода было уложено около 250 тысяч кубометров железобетона, установлено не менее 200 тысяч металлических конструкций, а в цехах подключено 20 тысяч приборов. Технологическое оборудование поставляли свыше 400 предприятий.
а для разработки идеальной формулы отечественного каучука было задействовано 50 научно-исследовательских институтов и был специально создан в ней гипрокаучук с филиалами в Воронеже, Новокуйбышевске, Тольятти, Ярославле и Ленинграде. Любопытно, что первые лентоотливочные машины и сушилки для каучука приехали на этот завод по контрибуции из побежденной Германии. Бронзовые машины с символикой поверженной власти верой и правдой служили заводу вплоть до 90-х. Сейчас их, конечно, здесь уже нет, но история осталась. Те, кто приехал на стройку первенца большой химии, стали свидетелями и непосредственными участниками рождения города. Изначальные планы строительства небольшого поселения для энергетиков были масштабированы до размеров столицы большой химии. Этому способствовали и монтаж нефтепровода «Дружба», и близость Ромашкинского месторождения. Общежития и дома, дороги и площади, детские лагеря и профилактории – все возводилось параллельно с цехами и корпусами завода. Впрочем, среди первых введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры были те, что и сегодня входят в число жизнеобеспечивающих. 31 декабря, в канун нового 1961 года, подарком для завода и всего города стала сдача в эксплуатацию одного из цехов завода – теплоэлектроцентраль. На производство пошел пар, а в дома горожан – горячая вода. Вместе со сдачей первого цеха завода начали работать и очистные сооружения в составе пускового минимума. Коллектор химически загрязненных стоков с внутрицеховыми коммуникациями, а еще водозабор на Волге с насосными станциями. Потом эти системы дорабатывались, достраивались, модернизировались, и сейчас здесь сточные воды проходят сложнейший многоуровневый процесс механической биологической очистки, а также систему песчаных фильтров и обеззараживания. До сих пор водозабор и хозяйственно-бытовые стоки одного из районов города и северного промышленного узла остаются в ведении предприятия. Сегодня каждые сутки на очистные сооружения предприятия Тольятти Каучук поступает около 100 тысяч кубометров сточных вод. Этой воды хватит, чтобы наполнить примерно 65 средних плавательных бассейнов. В 70-е годы завод стремительно обрастал своей социально направленной инфраструктурой. Два спортивных комплекса «Акробат» и «Юность», стадион, санаторий, профилакторий «Волжские зори», туристическая база отдыха «Волна», пионерский лагерь «Солнечный», химико-технологический техникум, совхоз «Мирный», но особая гордость – это дворец культуры. Тогда ДК «Синтез Каучук» считался главным дворцом города. Построенное по типовому проекту, это здание все же имеет свою особенность, отличающую его от подобных дворцов. Огромный горельеф «Прометей» – символ молодого и прекрасного Тольятти, города заводов и строек. 8 апреля 1986 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев во время визита в Тольятти выступал в ДК «Синтез Каучук», где впервые произнес слово «перестройка», дав имя новой эпохе в СССР. Здесь у главного входа стоит памятник Николаю Вартановичу Абрамову, почетному гражданину города Тольятти, который в течение 30 лет руководил заводом Тольятти Каучук. Но на самом деле в городе его знали практически все, вне зависимости от того, связана ли жизнь с заводом или нет. А все потому, что Николай Вартанович инициировал и контролировал строительство огромного количества общегородских объектов. Ну а мы, пожалуй, вернемся к синтетическому каучуку и узнаем, откуда же берется этот уникальный по своим свойствам продукт. Зарождение синтетического каучука начинается на нефтяной скважине. Добытое черное золото отправляется на нефтеперерабатывающий завод. Там из нефти выделяют легкую фракцию вместе с попутным нефтяным газом. Это будущее сырье для получения синтетического каучука. Дальше на газофракционирующих установках углеводороды разделяются на составляющие – узкие фракции. Разделенные углеводородные фракции подвергаются сложным химическим процессам, в результате которых образуются новые соединения, которые являются исходным сырьем для различных каучуков. На этом чудесные превращения не заканчиваются. Вновь образованные вещества начинают взаимодействовать с себе подобными. То есть абсолютно одинаковые молекулы соединяются, голова одной к хвосту другой, и получаются такие длиннющие цепочки, очень легкие, гибкие и прочные. Процесс создания этих цепочек называется полимеризация, а сами они полимерами. Происходит все это под воздействием особых веществ, инициаторов, вот в таких специальных установках, которые называются полимеризаторами. Следующая задача химиков – выделить получившийся каучук из полимеризата, похожего на горячий суп. Он нагревается, стремительно меняется в объеме, комочки твердого вещества слипаются и уплотняются.
Потом почти готовый каучук, сформированный в крошку, сушится, прессуется и упаковывается в брикеты. Кстати, о супе. Мне, человеку далекому от большой химии, производство каучука напоминает какой-то кулинарный процесс. Все кипит, бурлит, переливается, переходит из одного состояния в другое. И самое главное, на разных этапах производства каучук напоминает разную еду. Разве это не похоже на чипсы? Кстати, эти кусочки будущего брикета здесь так и называют. А здесь весело подпрыгивает в печке попкорн. И жара примерно такая же. Ну а вот это вылитые же кукурузные палочки. Специальное табло показывает, как заполняется контейнер. И вот он перед нами. Белоснежный брусок рафинада массой 30 килограммов всего лишь навсего. Вот он, еще тепленький. Кстати, возможно, это будущая шина вашего автомобиля. Сейчас этот брикет пройдет несколько проверок, его со всех сторон осмотрят, еще раз взвесят и после этого, убедившись, что все в порядке, упакуют и отправят на склад. Вот так на наших с вами глазах произошло рождение бутилкаучука, одного из трех видов, которые выпускают на предприятии. Белоснежные брикеты бутилкаучука в будущем станут изоляцией кабелей высокого и низкого напряжения. Также он пойдет на производство некоторых изделий медицинского назначения и упаковочных материалов, которые контактируют с продуктами питания. В числе его суперспособностей – стойкость к действию воды, спирта, эфира, кислорода, света и тепла. Производство бутилкаучука на предприятии Тольятти Каучук по экологичной растворной технологии было запущено в 1982 году. Тогда предприятие называлось «Синтез Каучук». Синтетический каучук производится из десятков компонентов. Причем каждую марку делают по особому рецепту, который предполагает фиксированный набор исходных веществ и условия, при которых проходит химическая реакция. Но если рецепты приготовления разных блюд, то есть технологии производства разных марок каучука, все же отличаются, то сама технологическая цепочка везде примерно одинаковая. На этой линии производят изопреновый каучук. От бутилкаучука внешне он отличается прежде всего цветом. Он не молочно-белый, а такой сероватый, цвет боевого корабля, как я его называю. А используют его в основном там, где предпочтителен натуральный каучук. Кстати, его производство в далеком 56-м году заставило крепко напрячься самые светлые головы отечественной нефтехимии. Чтобы синтетический изопреновый каучук не уступал по свойствам натуральному, необходимо было полностью воспроизвести его молекулярную структуру. То есть пространственное расположение вступающих в полимеризацию молекул изопрена должно быть строго определенным. Мечи и игрушки, шины автомобилей и велосипедов, изоляция проводов и конвейерные ленты, а еще подошва обуви и даже некоторые виды медицинских изделий – это все изопреновые каучуки. Они прочны и эластичны, стойки к воде и спиртам. Не знаю почему, но мне больше всего нравится как раз вот этот бутадиен метилстирольный каучук. Возможно, потому что по внешнему виду он напоминает выдержанный сыр. Так, о еде больше ни слова. Кстати, именно здесь, на заводе «Синтез Каучук», вот точно так же по конвейеру проехал самый первый брикет. Из этого вида каучука делают галоши и резиновые сапоги, герметики для заделки всевозможных щелей и, конечно же, шины для авто, мото и велотранспорта. Но есть и неожиданные моменты. Знаете ли вы, что без бутадиен метилстирольного каучука ракеты в космос не полетят? А все потому, что этот каучук – составная часть твердого ракетного топлива. Каучук светлый, а шины темные, потому что при вулканизации резины используется технический углерод, или, проще говоря, сажа. И не столько для красоты, сколько для улучшения свойств готового изделия. Кроме того, отдельные продукты, изначально используемые в каучуковом производстве, находят применение в других областях. Например, смесь метанола и изобутилена позволяет получать метилтретбутиловый эфир. Это вещество используется в качестве добавки к моторным топливам, повышающее октановое число бензинов и при этом выступает как нетоксичный компонент и как носитель кислорода, способствующий более полному сгоранию топлива. В это сложно поверить, но из попутного газа, который раньше просто сжигали, теперь научились делать
вполне осязаемое сырье – синтетический каучук. А уже из него производят невероятное количество предметов, без которых мы не можем представить себе нашу жизнь. Уплотнители на окнах и изоляция проводов, резиновые коврики у дверей и подошвы ботинок – все это есть в каждом доме. Покрышки и камеры автомобилей, уплотнители дверей, горючая смесь в бензобаке, даже современное дорожное покрытие – и то частично состоит из полимерных материалов. Приезжаем на тренировку в спортзал, и здесь нас встречает каучук. Гимнастические коврики, прорезиненные ручки тренажеров, даже эластичные бинты. И те эластичны только благодаря каучукам. Вообще любое изделие, которое мы по привычке называем резиновым, содержит синтетический каучук. Даже жевательная резинка и та делается из синтетического каучука. И вот ведь какая вещь. С одной стороны, ничего в этом нет удивительного, а с другой стороны, в голове не укладывается. В 1963 году Куба стала первой страной-импортером синтетического каучука, сделанного в Тольятти. Сегодня тольяттинский каучук уже распространился по всем континентам и даже освоил острова. Продукция предприятия поставляется более чем в 30 стран. Приятно, знаете ли, думать, что желтые такси в Нью-Йорке, черные кабы в Лондоне, велосипеды в Амстердаме и даже тук-туки в Бангкоке могут быть обуты в покрышки, сделанные из нашего каучука. Но возвращаемся на промышленную площадку. Общая площадь завода довольно велика, около 400 гектаров. Это два княжества Монако, а эксплуатационно-технический персонал – 2300 человек. Это в два раза больше, чем постоянное население государства Ватикан. На предприятии 6 основных производств, названных по производимой продукции. Самая распространенная профессия на заводе – аппаратчик. Именно эти люди обеспечивают технологический процесс. Днем и ночью, в любое время года, они внимательно следят за сигналами автоматики, контролируют подачу сырья и температурный режим. Волшебные превращения не должны останавливаться ни на секунду. В то же время в заводских лабораториях специалисты в белых халатах анализируют химическую сторону процесса. Этим занимаются лаборанты и инженеры-химики. В центральной заводской лаборатории проверяют качество исходного сырья и готового продукта, тестируют все возможные свойства полученного каучука. Цвет, жесткость, вязкость, наличие сгустков и уплотнений. Для производства будущей резины важны все нюансы. А еще контролируют состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны и воды на выходе с очистных сооружений. Разумеется, такое огромное предприятие не может обойтись без собственного ремонтного производства, задача которого – поддерживать в исправном состоянии многочисленные машины и механизмы. И, конечно, здесь трудится административно-управленческий персонал. Эти люди решают кадровые вопросы, занимаются охраной труда, безопасностью, контролируют склады, финансовые потоки и многое другое. Особая гордость предприятия – это люди. Наверное, поэтому здесь так ценят производственные династии. Более 3 десятков семей 2 и 3 поколений трудятся на этой площадке. В 2019 году при непосредственном участии команды специалистов ООО «Тольятти Каучук» был произведен успешный пуск совместного предприятия по производству бутилкаучука на базе нефтехимического комплекса Reliance Industries Limited в индийском городе Джамнагаре. Специалисты Тольятти Каучука сопровождали пусконаладочные работы, тестировали сырье и материалы и отвечали на самые разнообразные вопросы по технологии процессов. Мне кажется, я на заводы могу смотреть бесконечно. Даже не верится, что все это единый организм, который работает в круглосуточном режиме. Но на самом деле здесь занимаются не только организацией производственных процессов. Здесь воплощают в жизнь ценности компании «Татнефть». Создают безопасные и эффективные рабочие места, раскрывают потенциал каждого сотрудника, оказывают социальную поддержку не только работникам, но и членам их семей. Ну и, конечно, поддерживают благоприятную среду в регионе присутствия. И предприятие здесь следует актуальным экологическим трендам. Минимизируют отходы, снижают углеродный след. И все это в сочетании с устойчивым развитием. За последние 6 лет систематического контроля не было зафиксировано ни одного превышения ПДК вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Об экологии здесь думают не только при отладке производственных процессов, но и при решении бытовых вопросов. Производство постепенно снижает отходы, переходит на замкнутый цикл. Кроме того, на территории Тольятти Каучука организован раздельный сбор мусора. Макулатуру, пластик, батарейки, дерево, разные виды металлолома – все это собирают отдельно, чтобы потом отправить на переработку.
За счет средств от сбора макулатуры с 2017 года ежегодно проводятся дополнительные посадки леса. Экологическая деятельность предприятия была отмечена на областном конкурсе «Эко-лидер» в номинации «Промышленный гигант». С 2011 года сотрудники предприятия восстановили более 40 гектаров леса, что по площади сравнимо с 56 футбольными полями. И это факт. Предшествующий юбилею 2020 год войдет в историю как год рекордной выработки каучуков всех марок общим количеством более 208 тысяч тонн в существующем профиле мощности. К 60-летнему юбилею предприятие приближается в звании лауреата конкурса «100 лучших предприятий России» с планами на продолжение модернизации производственных объектов, увеличение объемов производства и со стремлением соответствовать тренду на экологичность. 2021 год. Берлинская стена давно рухнула, в космос теперь летают не только кадровые военные, но и обычные, хотя и довольно обеспеченные туристы. В США теперь не один из самых молодых, а самый возрастной президент за всю историю – 79-летний Джо Байден. Да и мы теперь живем в другом государстве, а современная молодежь не вспоминает Кузькину мать, а хайпует ради лайков. Ну а что же Тольятти Каучук? Завод, созданный более полувека назад, находится на том же месте и все так же работает на благо жителей всей нашей планеты. Юрий Витальевич, как вы думаете, что здесь будет через 60 лет? Я верю, что и спустя 60 лет завод будет работать, что на нем будут такие же замечательные, небезразличные, увлеченные люди, и все их самые смелые идеи будут реализованы. И важно ведь не количество лет, 50, 60. Важно оставлять частичку себя, частичку своего сердца во всем, к чему прикасаешься, что делаешь. Заниматься любимым делом и приносить пользу людям. Я думаю, что это нам удается.